Хей, всем здорова, чуваки, с вами, как всегда, на связи Брайн, и мы вместе с вами продолжаем играть в Attila Total War за вандалов. Война против Сев, легендарный уровень сложности. И, собственно, мы с вами сейчас решили отправиться сегодня на Свебов. Да, сзади нас идут алиманы, пикты собирают свои войска, будут снова пытаться давить нас численным превосходством, в принципе, как и обычно, ничего не меняется. Ну что ж, мы сейчас с вами завершаем ход, посмотрим, что предпримет враг. Скорее всего, сейчас могут в ход запросто пойти агенты, чтобы нас остановить. Наш стак, несущий победу, дезинформировали, мы продвинулись не настолько, насколько хотелось бы. И, по всей видимости, сейчас нас могут догнать алиманы. Либо свебы попытаться нас атаковать. В принципе, тоже, да? Вполне логично, что они идут на атаку. Можно, в принципе, сейчас взять и ответить им встречной атакой, но стоит не забывать, что у нас там еще галы стоят. И они тоже могут попытаться на нас напасть, если только они со свебами не воюют. И у них не будут преграды для прохода. Ну, по идее, мне кажется, они не должны будут на нас напасть. Ну что ж, давайте посмотрим, прикинем свои силы. Снова копья сплошные, да, на нас идут. Ну, это понятно, почему АИ всегда нанимает копья. Он оккупирует римские города, они еще на самом деле у него даже не перестроенные. И все, что он может взять в этом городе, это просто копейщики. То есть, рано или поздно они все будут у него немного улучшаться, собственно, что мы и видели в прошлой серии, видим сейчас. Конница та же недобитая, по всей видимости, то, что и атаковала нас. Ну, все те же стаки, да, которые от нас убежали. Ну, может, один военачальник новый. Ну что ж, поехали, поехали. Так, ну опять, собственно, выбрал туман, наш любимый компьютер. Так, что тут? Да, пехоты у нас, конечно, немного, совсем немного. Я бы сказал, даже очень мало, и мы не сможем сразу даже подойти к их военачальнику первому, который тут постоит у нас, и разнести его, конечно же, не получится. Ну ладно, давайте смотреть. Да, тут еще и горы у него. Вот, собственно, их армия. Так, хотя сам военачальник, он стоит чуточку дальше. И я бы, в принципе, осмелился сделать как раз таки именно вот этот шаг вперед, дабы его снести. Сейчас, если конница сюда понесется, надеяться, что мы здесь одержим победу. Так. Либо можно, в принципе, на помощь отправить все-таки один отряд. Они все ближе. Немножко назад отходим. Конницу уже надо готовить потихоньку к атаке. Сейчас вот-вот сдохнет их военачальник. Отлично. Ух ты! Ёлы-палы, они тут идут с фланга на нас. Точнее, сзади идут. Сзади нас.
Это вот беда. Давайте, давайте, стоим, 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 стоим здесь. Лукари теряем, да? Ну и хрен с ними. Теряем и теряем. Пробуем сейчас с ними перебраться сюда. Где еще наши лучники? Ну давайте заливаем их. А еще сзади идут теперь. По этим шмаляем. Отряд бежит от врага. Это военачальник еще один. Давайте, 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 быстренько, 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 не дать догнать, не дать догнать нас. Сори, не отстают. Просто не отстают от наших. Сейчас раскатаем их. Лукарей всех назад. Собираем. Давай вот сюда. Сюда. Помогаем. Конница сюда на фланг. Чем больше конницы, тем легче, кстати, я заметил. Потому что врага ее нету. Просто-напросто. Давайте сзади заходим сейчас. Так, стоп, стоп, стоп. Ну ладно. Все, это последний, по идее.
больше сюрпризов не будут? Не будет? Милостивые боги, еще мгновение, и мы победим! Да, волноваться все равно заставили, конечно, они. Особенно, когда сзади подошли. Вот этого я не ожидал, учитывая, что не все как бы на стратегической карте атаковали с одного направления. То есть, по идее, подкрепления должны были выйти. Ну, отсюда. Ну, никак не отсюда, блин. В общем, ладно. Все равно, в принципе, более-менее вылезли, да? Опять же, практически не потеряв свои конницы. Ну, нормально. Лучников единственное. Но я проморгал, да. Еще и туман. Понятно, почему он выбрал туман. Хитрый обход был задействован тут. А Нагер только потеряли. Ну и в принципе у нас бонус остается в том, что мы сейчас остаемся в поселении. То есть мы сможем восстановиться. Вот главное, чтобы еще галы не напали. Хотя даже если галы нападут, ну я думаю, мы их отобьем опять же. Если хорошо разыграем конницей. Где-то встретить надо будет нам все-таки пиктов. Долго мы все равно избегать не сможем их. Где-то нам столкнуться с ними придется. Вот где только. Может быть, попробовать битву на переправе разыграть. Как-то заманить их туда. Еще юты тоже. Алиманы сзади нас. Вот Галия. Два стака гальских. А, еще и свебы даже подключились. Ладно, давайте посмотрим. Может быть, даже сейчас нам придется отступить как раз. Так. Либо пробовать разыгрывать. Либо отступать. У нас копейщиков мало, блин. Та же самая карта, да, будет? Да. Только теперь мы на холмах, да, я так понимаю? Ну, не знаю, давайте попробуем отступить. Retreat, my warriors! Retreat! Так, вражеские агенты действуют, противник погиб в битве. Это все свебы. Так. Рвиния и Каву, наверное, вкачаем. И хитрости для ночной атаки нам не хватит сейчас. Что можно попробовать реализовать в этом случае? Сзади алиманы прутся. Так, вот тут тоже надо посмотреть. Куда тут пикты разбежались у нас? Ух ты, ёлы-палы. Ни хрена себе. Ни хрена себе, понятно, куда пикты разбежались. Я бы тоже побежал от этого. А, не знаю, мы сядем лагерем, короче. Сидим лагерем. А, перед собой посадим нашего главного. Перед этой армией, да? Пускай набираются. Блин, анагров здесь нету, получается. У нас анагры только тут. Так,
Агента надо... А, не можем с этим агентом тут ничего делать. А, давайте на дезинформацию кидаем. А, успех. Надо побыстрее убийство вкачать. Так, сплоченность минус 2, минус 1. В принципе, немного, да, теряем, но пища появится. Father, be praised. How can I help? Да, стак нехилый такой тут. Ну, давайте смотреть. Блин, еще один пиктский агент подошел к нам. Надеюсь, Западная Римская империя к нам не пойдет. Вроде там и с пиктами там не скучно, вроде живется. По идее, к нам не должны. Ну, смотрим Галлия. Меня сейчас интересует Галлия. Да, они будут нас атаковать. Какую армию? Атакуют армию, ну да, которая больше всего восстановлена у нас. В принципе, это хорошо. А что за карта у нас получается? Посмотрим примерно местность. У нас есть лесок небольшой, да? У них нету ничего. То есть, в принципе, вот здесь можем расставить свои войска, сюда спрятать каву. Ну а там посмотрим, откуда их подкрепления будут идти. Ну, поехали. Так, ну, позиция у нас, можно сказать, довольно-таки интересная, да? Наверху находимся. Но то, что мы ни черта не видим, это одновременно и херово. Так, ну давайте вот тут, становимся. Куда каву деть? Куда каву деть? Давайте сюда каву все. Подкрепление откуда у нас будет? А, с этой стороны. Тогда, по идее, надо было там становиться, может быть. Хорошо. Быстренько разведку проводим. Где они тут все? А, вот они. Вот мы уже их палим. Вот она. Стрелковая конница. Мы видели разъезды врага. Где наша вся конница? Так, быстренько. Че, стены щитов нету уже? Нету. Кто нам его
лучников так позаливал жестко. И эти все парни вообще туда подперлись чем-то. Что-то они как-то на нас вообще забили стороной просто. Что-то странное происходит. И вообще похер то, что мы с бочины стоим. И где их военачальник? Кстати. Я в упор не вижу их военачальника. А вот он, красавчик. Отходим тогда от них, отходим. Победить нам сейчас поможет только смерть военачальника. Причем быстрая смерть. Ага, и чё они сюда идут-то? Чё вы сюда идёте? Решили слабеньких изнасиловать. Так. Что там у нас? Не вижу, блин. Камера не бегает туда-сюда, куда надо. Приходится через отряды перемещаться. Так, застрелов, да, мочим вот этих всех типов, валим. Так, отходим назад. Давайте вот сюда вот. Потому что что-то странное творят. Военачальник что-то не сдох ни хрена пока. И это меня печалит. Хотя он в жестком окружении находится. Собаки остались у нас, или мы просто собачками перекусали там несколько кавы. И все на этом. Давайте быстренько тут пламенный, свистящий, готовимся. Сдохни, военачальник, сдохни, хватит паниковать, беги давай нахрен, смерть тебя ждет. Вот этих застрелов надо перекосить, иначе они нас достанут, и вот этой, с вот этой конницей разобраться. Ну, вражеский военачальник мертв, давайте. И потом следом можно. Это победа. Я тоже не откажусь. Такие вот мы мечтатели. Сори, жучий военачальник, гад. Жучий тип. Наши долго не протянут тут, давайте по-быстрому все. Всех бросаю там, что у нас. Смотри, не сдохнет никак, ты прикинь. Там и собаки, там все, блин. Ладно, давайте отходим. Значит, это херота получается. Какая-то просто полная херота. Мы там уже всех разогнали.
Теперь он побежал. А, тут собаки еще у него. Там еще несколько собачек было. Так, а вы куда? Все, полководец убит. Все. Отлично! Валим назад. Так, вот этих вот чувачков забрать. Много там кто отступает. 84, 79, ну да, так немало, блин, их там. 31, всех догнать хочется. Давайте сюда идите. Так, 11 осталось, 7, давайте вот этих догоняем. Так, тут у нас что? 78, блин, дохера еще. Так, чуточку назад. Там у нас что, конница рвется вроде в бой, я видел. Так, все, смяли, да, мы их? Отлично. Застрелы близко. Так, включаем анагар и начинаем, если достаем кого-нибудь вот тут, туда вот, в толпу наваливать им. Давайте их, наверное, как-то вот в эту сторону немножко переманим. Сейчас тут вот-вот наша конница вся освободится. И мы будем их собирать. Ой-ой-ой, медленно уходите, медленно, сейчас же перебьют вас. Еще и ударная осталась. Давайте, навстречу. Ходите, отходите, отходите. Так, стак идет сюда. Остается его раздолбить. Давайте эту конницу мы уводим тогда сюда наверх, потому что они ее палят, и они однозначно пойдут за ней уже. А это тогда уже подойдет сзади у нас. Я же думаю, они видят наши вот эти силы основные. Давайте, чего так медленно? Уходите оттуда! Истощены, ни хрена себе вы медленно бегаете-то. А ну тут гора еще, ё-моё, ну что я хочу? Истощенных-то войск. Thank you.
Поехали, отстреливать их. Я хочу, вы запаниковали, там вы что, издеваетесь? Вы-то что запаниковали? Паникеры, блин. О, они побежали уже. Довольно-таки долго разворачивается битва у нас, это прям... Чего вы сюда не пошли? Наши войны бегут с поля боя. А, ну надо же. Стояли, стояли такие, взяли, побежали. Давайте-то не будем стоять, они, потому что вообще тупят стоят. Все разбегаются. Ой-ой-ой, уходите. Все, уходите. Да, истощены наши войска, истощены. Ну, скорее всего, наши копья убежали, только потому, что на них был оказан эффект воздействия... стрел горящих и свистящих, вот поэтому они убежали. Хотя на самом деле-то они не попадали ни под какой обстрел, они стояли намного дальше, чем наши войска стреляли. Запасов не осталось. Это победа. А, ну что, друзья, это победа, это победа. Целый стак практически просто пустился в бега, и я их буду сейчас всех преследовать и добивать. Поэтому не знаю, войдет ли это в прохождение, потому что они довольно-таки очень долгие и нудные. Мы сейчас, конечно, включим ускорение еще дополнительно. Но, в общем, это победа. Статистику я вам в конце покажу. Ну и вот, вот сколько их было, 5978, у нас было 3986, потеряли они практически всю свою армию, две своих армии полностью, а мы же потеряли всего-то навсего 600 человек, сейчас делаем пополнение отрядов, и если никакие агенты нам не помешают, мы сейчас быстренько уничтожаем Вену, смерть на службе, ух ты. Это вот опасно. Но у нас, кстати, моментально восстановился. А, нет, подождите, ни хрена. Естественная смерть, да? Покажите нам. Блин, неужели потеряли своего... Мы... смерти. Естественная смерть. Да. Так. Получается все. У нас новый наследник теперь. Посмотрим... Что может сюда поставить? Усиление. Урон в ближнем бою для конницы 5%. Так, сюда. Опыт для новых отрядов пехоты можно поставить. Усиление натиска для конницы. Скорость перемещения в бою для конницы. Можно так, в принципе. Тем более, то с конницей, в принципе, тут большинство преобладающее.
Так, от агента в любом случае надо избавляться. Иметь агентов поблизости — это нехорошо. Вот, у нас уже есть принуждение. Как раз. Ну, атакуем тогда. Сейчас. Теперь нам надо прокачивать, собственно, нашего нового правителя. Быстренько долбим. Тут, в принципе, разыгрывать нет смысла. И идем дальше. Давайте тут останемся сидеть. Так, мы потеряли один отряд стрелков, получается. Стрелков у нас стало меньше. Ну, тогда можно взять ударную конницу. А, еще... Подождите, сразу быстренько перетасовочку небольшую сделаем, давайте. Мне нужна... Нужен Ханага. Вот. И, соответственно, эта армия тоже уже никуда не пойдет, так как у нее Анагар находится. Все, тогда сидим здесь. Сзади нас алиманы. И разведаем тогда все вот сюда. Смотрим, что здесь у нас. Каледонцы здесь. Эбданы, точнее. Эбданы. Так, и здесь Иллирия. Ну, мы сидим, пока восстанавливаемся. Сейчас посмотрим, что можем построить. Наверное, ничего пока. Ну, тут можно, конечно, повозводить. Можно пищу построить, либо богатство. Плюс 500 богатства от торговых построек. 10%. Давайте просто дом костореза. Вот жалко, что у них нету брони. Да, дом костореза. Завершаем ход. И, в принципе, на этом мы с вами сегодня заканчиваем. Бились мы сегодня храбро. Посмотрим, придут ли там встречать нас еще юты. Они уже в Визонте там сидят. 100%. Алиманы могут запросто возле... Ну, нам, короче, что сделать надо? Лукдун уничтожить, Вену уничтожить, Аварик. И возвращаться потихоньку обратно в Испанию. Ну, решил завернуть, я решил избавиться все-таки от свебов полностью, причем избавиться от них хочу, чтобы они нас не доставали своими стеками, потому что есть, я уже говорил, у них хорошая плюшка на снижение стоимости содержания, и на поздних этапах это довольно-таки серьезный враг, у которого огромное количество армий. В общем, всем спасибо, если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, чтобы не пропустить продолжение. Ну а с вами, как всегда, на связи был Брайн, и увидимся с вами на новом видео.